устраивает Москвариум. Время. Почему 1 августа? 1 сентября должно быть. 12:56. Добро пожаловать. Круто. Не поймает. Август вижу. Август вижу, но уже сентябрь. Добро пожаловать, видно. И аквариум написано. Москвариум, да? Да. И карта Земли. Смотри, какой чудный танцпад. А, это вот. Она видишь, он сгибает. Просто она отклеится хочет. Видишь, она убирает свою лапу. Вон они. Наверху что ли? А, маленькие такие. А на дне там что-то есть? Нету. Такие? Вон плывет да. Вниз. А, они за решеткой. Не, а тут тоже есть, вот здесь они. Да, здесь проплыл. Они за решеткой такой. Слушай, а это, наверное, перед этим, перед шоу их тут где-то. Это, наверное, глубина бассейна этого. Они там сверху. Ну, они сверху, но сюда-то тоже приплывут. Не надо, не снимай. Привет. Малыш, иди сюда. Вон маленький, смотри, маленький какой попал. Мамашечка! Такой мася, они прям только родился еще. Ну нет, это не родился. Он маленький. Ну-ка этот спустится с мамой, который плавает. Вот он, маленький, ага. Видишь, за мамкой плывет. Титьку сосет. Титю, думаешь, сосет? Не исключаю, кстати. Что, у нее тетя там? Кости. Не знаю, надо посмотреть, кстати. Они же млекопитающие, вообще-то. Питают осадки. Ну-ка, давай пальцем. Закрывается, вот, да? Видишь, ну-ка поднеси. Ой, закрылась. Цветочек. А это не закрывается. А что, не боится уже, что ли? Тут тигровая, вон на нас плывет. А, извините, там фига. Это стекло мутное. И вода, можно сказать. Посмотри, как он смотрит. Там вообще огромен. Вон, смотри, зубастая какая плывет на нас. Шикочет?
так они все жирненькие. Вон, посмотри, какие бомбочки. А что они такие? Беляшики. Беляшики толстенькие. Вот